Полицейского будут судить за то, что он не среагировал на вызов наблюдательного астраханца. Все, наверное, помнят трагическую историю 11-летней Нины Куровой. Уголовное дело по убийству уже направлено в суд, и скоро будет его первое слушание в суде. Спустя время выяснилось, что девочку можно было спасти. Председатель дачного товарищества дважды сообщал сотруднику полиции о том, что видел разыскиваемую девочку на территории товарищества в сопровождении мужчины. Но участковый не зарегистрировал поступившее сообщение и не проверил его подлинность. Вследствие халатности обвиняемого местонахождение ребенка не было установлено. Позже девочка была убита на территории дачного товарищества. Уголовное дело уже с утвержденным обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.